Всем привет! Только что прилетели в аэропорт Лорето в Мексике. Очень колоритно здесь. Даже со взлетно-посадочной полосы видно большое количество кактусов. Заселяюсь сейчас в отель «Оазис». Это один из самых лучших отелей здесь, в Лорето. У него потрясающий вид, и сейчас все покажу. Вот так выглядит моя комната. Это комната на двух человек, но на самом деле здесь может ночевать и 4 человека тоже, потому что кровати двойные. И здесь есть телевизор, есть кондиционер, вентилятор, все, что нужно. Этот кондиционер, кстати говоря, работает также на обогрев. В душевой и туалете все максимально просто. Здесь есть дозатор с шампунем и гелем для душа. И также повесили полотенце. Самое, конечно, классное, что здесь есть, это вид, который открывается с балкона. Конечно, не у всех номеров есть такой вид, но в целом очень много их здесь. Также вы можете взять номер с видом на сад, но посмотрите, насколько красиво, если вы видите океан, просыпаетесь с этим видом. Я думаю, что тогда отдохнуть получится на все 300%. Сейчас отправляюсь на завтрак, покажу, чем кормят. В этом отеле, кстати говоря, завтраки включены в стоимость. Здесь, насколько я понимаю, можно попросить какие-то яйца, чтобы приготовили. Здесь начос, разные топпинги, начинки. Так, шоколадное молоко, обычное, фрукты. Вот это одноразовые хлопья, можно их брать. Есть обычные и шоколадные. Здесь топпинги. Тосты и два сока, но один даже не сок, это, скорее всего, Джамайка. Это такой типа чая каркаде, но холодный. Так, здесь у нас курочка. Какая-то зеленушечка, очень похожа на шпинат. И здесь яйца, овощи и опять мясо. Всякие блинчики. И вот такие булочки, типа мини-пиццы, только на пару. Каждую среду в этом отеле живая музыка, это совершенно бесплатно, но ресторан работает в режиме буфета, можно заказать какую-либо пасту, либо пиццу. Буфет составляет всего 220 песо на одного человека, и напитки сюда не включены. Dans une glace.